Всем привет, с вами «Модный разговор», ответы на вопрос Анастасия Яковлева и со мной стилист Юлия Квяток. А сегодня мы узнаем ответ на вопрос, сколько же денег нужно девушке для того, чтобы одеться и сходить со стилистом на шопинг. Юлечка, ну, я думаю, этот вопрос предполагает не только, сколько нужно потратить на одежду, но и сколько стоят примерно услуги стилиста. Я понимаю, что все стилисты разные, каждый оценивает себя по-разному, но хотелось бы, чтобы ты нам дала какую-то вилку, да, вот от и до, и, может быть, даже немножко по регионам, да, как отличаются цены, и вот, ну, вот все, что ты об этом знаешь. Начнем по порядку. Итак, давайте считать, сколько надо денег. Возьмем, например, вы берете одну капсулу для работы. Для этого вам просто не необходим приобрести хорошего качества костюм, жакет плюс брюки, вам обязательно нужна юбка пенсил или юбка карандаш, и к одному низу вам обязательно надо хотя бы три верха. Это будет белая хлопковая рубашка, это может быть блузка, это может быть тонкий джемпер и джемпер с горлом, да, батлон или водолазка, как вы это называете. Вот давайте примерно прикинем, в районе примерно 50-60 тысяч рублей вам необходимо, с учетом того, что мы с вами еще приобретем хорошую базовую обувь, которая будет комплементарна ко всем сложным капсулам, и хорошая сумка. Вот в районе вот этого диапазона плюс-минус, это я говорю в среднем, 60 тысяч рублей. Стоимость стилистов совершенно разная. Кто-то берет оплату почасовую, я уже перешла на оплату за день. Но это порядка от 30 до 50 тысяч рублей. Это один поход в магазин, или это несколько походов, или это там 3 часа, сколько это вообще времени занимает вот этот вот поход? И сколько раз нужно его сделать? Ну вот смотрите, цена варьируется от того, от первоначальной задачи. Если вы ставите, что мне надо купить одну капсулу из порядка там 7 вещей, то, конечно, интереснее рассчитаться по часам, потому что затраты будут, ну там, пару часов. Другой расклад, если вы мне говорите, а купи мне новый гардероб в этом сезоне, ну окей, тогда у нас и временных затрат будет больше. Я уже давно перешла на то, что чтобы клиент перестал считать со мной секунды, поэтому я беру оплату за день и даю гарантию, что мы приобретем ровно то, что мы с вами планируем. Встречаемся с утра к открытию комплекса, мы делаем спокойно паузу, мы пьем чай, кофе, мы делаем перерыв на обед. Человек не нервничает, не считает секунды, не дергает, соответственно, меня. Если вы хотите сократить вот это время, да, и уйти опять же в минимализм какой-то, вот поверьте, выйдет то на то. Вот если я возьму почасовую оплату или вы мне оплатите за день, вот выйдет один в один, ну вот плюс-минус. Скажи, пожалуйста, а вот мужская капсула или мужской гардероб, ну, мне кажется, он, наверное, дороже, да, все-таки, чем женский. Абсолютно правильно. Имидж мужчины стоит значительно дороже по отношению к имиджу женщины. Почему? Потому что мужчине очень необходимо приобрести, понятное дело, первый хороший костюм, обязательно хорошую обувь, ну вот прямо хорошую, и все аксессуары в виде ремня, часов, сумок обязательно должны быть хорошие. И мы опять же говорим про качественное пальто, которое необходимо, про качественный плащ демисезонный, который тоже необходим. Почему так происходит? Потому что женщине достаточно купить хорошее платье, которое абсолютно можно приобрести за 3000 рублей. Но оно идеально подчеркивает фигуру с учетом вашего колорита, подчеркнет достоинство, губки подкрасила, все, перчаточку навела, женщина красавица. Мужчине этого мало, да, он надел хороший костюм, тысяч от 20, там, 30, и вот тогда уже складывается вот нужное впечатление. Женщине значительно проще через женские штучки и манипуляции навести красоту. Спасибо, Юля. Дорогие друзья, подписывайтесь на наш канал, на нашу рубрику «Вопросы и ответы». И в следующий раз мы вам расскажем, какие же магазины можно пойти для того, чтобы гарантированно купить себе красивые вещи.